Это, конечно, можно проверить только при боевых действиях. Надеюсь, что их не будет в ближайшие 300 лет. Очень хочется в это верить. Но для этого есть разные способы. Это проверки. Это даже те проверки, которые я вот провожу сейчас постоянно в воинских частях. Вот и в инженерно-саперном батальоне был. Я не предупредил никого. Я сразу объявил тревогу и посмотрел способность, как быстро, как техника работает, способность наших военнослужащих по разминированию. И как? Кстати, и я скажу так, что в принципе, за последнее время, я так просто скажу, в прошлом году наши саперы разминировали более 7 тысяч объектов, которые еще с войны остались, с 41-45 год. Более 7 тысяч. И даже я уверен, что и вы не слышали, и я не слышал в последнее время, чтобы кто-то подорвался где-то из гражданского населения. Не слышали. Это в основном или в большей степени благодаря работе саперов наших национальной армии.